дискуссия, как победить, в которой Путин попытался вместе, кстати, с нами подавить вот эту пятую колонну в лице Караганова, которая требовала начать ядерную войну и уничтожить Россию. Потому что понятно, что если мы куда-то там отправим бомбы на Берлин или там на Киев, ну, во-первых, Киев наш город, это отдельная история, на Берлин или на Париж, то и в ответ получим. Получим в ответ, это десятки миллионов погибших и, скорее всего, поражение в войне, потому что понятно, что дальше уже пойдет кидай больше, и они победят, потому что у них больше денег, больше народу, территория и прочее-прочее в сумме. Поэтому это был такой как бы аркан, на котором нас тащили пропасти. Вот эти все Карагановы и другие ура-патриоты или патриоты-шпионы, которые специально американцы готовили 15 лет для возглавления патриотических движений. И вот Путин просто запретил даже, помните, он сказал, не упоминайте вообще в СУЕ красную кнопку. Наша позиция...